Люди совершили немало глупостей, но все это не так страшно, когда глупость, поведшая за собой неприятности, касается лишь одного человека. Намного страшнее, когда пришедшие неприятности и беды касаются целого народа, страны или даже нескольких держав. Одной из таких неприятностей, затронувших и нашу Ровенскую область, стало массовое введение в фауну Украины, а также Польши и Белоруссии, растения борщевик. Это случилось еще во времена СССР, при Сталине. Кое-кто из аграрии предположил, что хорошо бы выращивать борщевик по всей стране. Доводы в пользу растения были очевидны. Культура быстро растет и размножается, полезна для кормления скота, силостная культура, требует минимального ухода, устойчива против всяких неблагоприятных факторов, болезней, гнили, климатических условий. Это все и привело, несмотря на предостережение экологов, к массовым посевам борщевика. По мнению большинства специалистов, борщевик Сосновского относится к таким растениям, которые вполне могут изменить флору края, став причиной настоящей экологической катастрофы. И это может случиться не только у нас, на Украине, но и во многих странах, принявших аналогичное решение. Люди лишь со временем пришли к выводу, что сделали несусветную глупость. Мало того, что борщевик практически не пригоден к кормлению скота, у коров горчило молоко, он еще и опасен. Выкорчевать его практически невозможно, а огромное количество семян, производимых растением, быстро прорастали на новых местах. Там, где растет борщевик, почти нет других трав. Зато сорняк буйствует. Кроме того, оказалось, что растение еще и ядовито. Его сок вызывает страшные ожоги, очень опасные для людей и животных. Потребовалось немало времени и сил, чтобы вытеснить борщевик с полей, но полностью уничтожить культуру не удалось никому. В окрестностях нашего города можно найти целые заросли борщевика. Выглядят они красиво, высоченные растения, вырастающие до 2 и более метров, огромные соцветия, большущие листья. Ну как не миловаться деревцом? О его страшной ядовитости мало кто и вспоминает. Поэтому время от времени в СМИ можно прочитать ужасающие статьи об ожогах, полученных от этой культуры. Ожоги могут быть даже первой-второй степени. Они очень похожи на термические, так как плохо и долго заживают. Страшно то, что ожоги могут возникнуть не сразу. В некоторых случаях они возникают на вторые или третьи сутки после контактирования с растением. Вот почему узнать, что появившаяся рана – это действие борщевика, очень сложно. А пока человек сдает анализы и проходит обследование, раны могут стать очень серьезными. Особенно страдают дети, которые строят из стеблей растения шалаши или бегают с зонтиками борщевика по улице. Ведь растет он не только групповыми насаждениями, но и поодиночке, возле дорог, на пустырях, на полях, в садах и лесных насаждениях. То есть везде, где есть земля, хотя бы немножко пригодная для роста живой флоры. На Ровенщине вряд ли найдется растение, которое было бы выше борщевика и с такими громадными соцветиями. Конечно же, если растение попало на богатую почву. Соцветие борщевика Сосновского – многолучевой зонтик, достигающий до 30 см в радиусе. Его мелкие невзрачные цветки могут быть чисто белого, розоватого или бело-зеленого оттенка. Время цветения борщевика – все лето, а при хороших климатических условиях даже сентябрь. В это же время происходит и созревание семян. Главное то, что семена легко высвобождаются, разносятся ветром на огромные территории и быстро закрепляются в грунте. Еще одна особенность борщевика Сосновского. Семена, если они уже появились на растении, созревают в любом случае. То есть, если сорвать зонтик борщевика, на котором семена еще зеленые, то они все равно созреют и смогут прорасти.
Вот почему изначальные меры по уничтожению растений не приносили успеха. Ведь люди не знали, что скашивать его нужно еще до цветения или в его начальной фазе. Листья у борщевика длинночерешковые и большущие, очень похожи на листья лопуха и собраны в розетку у самых корней. Что касается стеблей, то они полые внутри, опушенные или голые, ребристые. Скосить косой стебли очень крупных растений практически невозможно. В деревнях их рубили топорами или же выкапывали с корнями. А может быть, он полезен? Быть такого не может, чтобы какое-нибудь растение приносило только вред или было опасно для окружающей среды. Также дело предстоит и с борщевиком сосновского. Да, растение ядовито. Да, оно заглушает культурные насаждения, но польза от него все-таки есть. Как говорилось ранее, это отличное средство для силоса, если уж не для коров, так для коз или другого скота. В народе из него варили борщи. Говорят, что отвар борщевика очень напоминает куриный бульон, а молодые листики растения – морковку. Даже корневище растения пригодно для пищи. Его бросали в борщ, заменяя корнеплоды. Оно очень сладкое, так как в корнях растения содержится много сахара. В России из корневищ борщевика сосновского научились делать водку и сахар. Полезно растение и для медицины. Причем лечебные свойства имеют корни со стеблями и листьями, а также семена культуры. В народе отварами, настойками, экстрактами, сделанными на его основе, лечили желудочные, нервные и печеночные болезни. Помогал борщевик и при астме, женских болезнях, спазмах, кожных инфекциях. Известно и то, что растение обладает успокаивающим эффектом и даже способно повысить аппетит. Несмотря на то, что борщевик сосновского – это однолетнее растение, то и за свою короткую жизнь он цветет только раз, вывести его с огорода очень сложно. Но делать это нужно. От его ожога могут пострадать дети. Самые эффективные методы уничтожения растения – это регулярная и частая прополка, культивирование междурядий культурных насаждений, скашивание травы еще до цветения, сжигание сухих растений, обработка гербицидами. Уничтожайте борщевик сосновского в населенных пунктах или возле них, но жить в дикой природе растения имеет право. В природе нет ничего лишнего, хотя такое изречение мы слышали не раз. Никогда не забывайте этот лозунг и по отношению к этому, что не говори красивому растению.